Как говорится, скромность красит человека. Но не в нашем сегодняшнем опросе. Сейчас мы узнаем, часто ли новочебоксарцам говорят комплименты и за какие качества их хвалят. Не скромничаем, отвечаем так, как есть. Часто делают комплименты? Мне? Да. Какие комплименты? 70-летним бабушкам. Как часто вам делают комплименты? Постоянно. Да. Ну, что, редко. Ну что обычно говорят в комплиментах про вас? Вы турчанка? Говорят, вау, ты такая красивая. Я такая, спасибо. Мне говорят, что я милашка. Я говорю, спасибо, очень приятно. Ну, смотря, зависит от каких обстоятельств. Ну, вообще, что вам обычно говорят в виде комплимента? Возраст узнают, говорят, моложе выглядит своего возраста и так далее. Ну, дома очень часто. Супруг, близкие родственники. Ну, делают иногда, да. Говорят, что хорошо выгляжу. Ну, бывает такое, что наоборот говорят, что вот после родов я поправилась, поэтому надо приходить в форму. Для меня это тоже такой заряд такой для того, чтобы наконец-то заняться спортом. Мне очень часто делают. Что говорят? Красивый, молодой. Оставайся молодым и красивым всегда. Не часто, не делают практически. Ну, если делают, что говорят? Ну, что, красивый, все, доброе. Все обычно, больше ничего не говорят. Давайте обменяемся комплиментами. Давайте. Мне кажется, вы добрая, у вас такая необычная прическа. Да. И позитивная. Даже то, что вас немножко, когда вас позвали, испугались, говорит о том, что вы такая скромная даже. Спасибо большое. Ну, вы тоже, видно, добрый человек и очень хороший. И ну, раз не боитесь говорить, быть репортером, то значит очень открытый. Редко. Когда делают, что говорят обычно? Не знаю, давно не делали. Давайте обменяемся комплиментами. У вас очень красивая улыбка. У вас очень красивые глаза. Спасибо. Иногда. Какие комплименты вам? Не стесняйтесь, скажите вам, что вам обычно говорят в виде комплиментов? Вы хорошо выглядите. Еще что? Какие комплименты? Приятно вас видеть. Раз в 3 месяца. Что в этот момент говорят? Какие комплименты вам обычно делают? Умный, собранный. Ну, не особо часто. Почему так происходит? Не знаю. Ну, а если делают комплименты, что обычно говорят? Красивая. И красивая улыбка. Угу. Вот. А вы вот в ответ тоже говорите, или как это происходит вообще? И вы смущаетесь? Стараюсь, да. Давайте обменяемся комплиментами. Как сложно. У вас хорошо поставлена манера общения, и вы легко общаетесь с людьми. Вы, знаете ли, тоже хорошо общаетесь. Вначале поскромничали, а потом все-таки так четко отвечали. Спасибо большое. Постоянно жена делает. Что говорит она в этот момент? Люблю, целую. Как часто вам делают комплименты? Не так уж часто. Ну, не знаю. Ну, раз в день, может. Ну, что говорят в этот момент? Какие комплименты вам говорят? Красивая. Фигура хорошая. Как часто тебе делают комплименты? Хорошо, просто. На самом деле, часто, потому что в моем окружении позитивные люди, и они делятся со мной своим позитивом и счастьем. Какие комплименты тебе обычно делают? Не скромничай, говори, как есть. Зачастую, ну, как обычные комплименты, типа красивая, добрая, но приятнее всего комплименты, которые относятся к внутренним качествам человека скорее. Типа честная, добродушная. Давай обнимемся комплиментами. Конечно. Вот я тебя видел, как ты хорошо играешь на гитаре. Спасибо ты большое. Молодец, у тебя вообще и поешь хорошо. Спасибо. Вы очень профессионально ведете сами новости. Мне нравится то, что вы делаете. Помогаете нашему городу развиваться. Телевидение – это круто. Спасибо.